Всем привет, друзья, с вами по-прежнему Бабай, и мы продолжаем проходить игру Detroit Become Human. Сегодня поиграем за Коннора. Так, опять это такая разноцветная локация. Пойдем к начальству. Вот как только портится погода, FPS проседает. Вот что я заметил. С чем это связано, не знаю. Что мне надо сделать? Поговорить с Амандой. А, она просто в другом месте теперь сидит. Почему она постоянно в такой странной локации? Ну ладно. Пусть будет так. Пойдем поговорим. Приветствую. Коннор, я давно тебя жду. Пройдешься со мной? А у меня есть выбор. Этот девиант – интригующий случай. Как жаль, что не удалось поймать. Прагматично оправдаться, нет оправдания. Прагматично. Я согласен. Я плохо подхожу для этого расследования. Вам следует найти мне замену. Не надо... Ты что-нибудь выяснил? Палиться. Что у меня могут быть сбои. Дневник, заметки на стенах, дневник. Я нашел его дневник, но он зашифрован. Расшифровка займет недели. А еще? Заметки на стенах, птица. Ему очень нравились птицы. Иногда девиантов интересуют другие формы жизни. Возможно, не стоит говорить о заметках на стенах. Я не видел. Ты ведь уже почти поймал этого девианта. Как складываются твои отношения с Андерсоном? Негативно, туманно, позитивно. Уже лучше. Туманное выбрал, ладно. Я начинаю понимать его, а он понемногу привыкает ко мне. Наверное, это лучший вариант, который я мог выбрать. Девиация распространяется. Скоро информация о ней просочится к журналистам. Надо это прекратить. Любой ценой. Я обязательно раскрою это дело. Я вас не подведу. Вот новый случай. Бери Андерсона и все выясни. Какой теперь случай? Не нравится мне эта баба. Мне кажется, она девиант, но какой-то противный девиант, который хочет избавиться и пофиксить эту проблему. Что-то типа этого. Выходи, Коннор. Ждет новое дело и новые лаги. Не мы такие, погода такая. Постучать. Лейтенант Андерсон! Вы дома? Проберитесь внутрь. Еще разок позвонить. Так, есть окно. Ладно. Пойдем к окну. Да не крутись ты. К окну иди. Так, я вижу только собаку, его не вижу. Так, есть его тачка. Можно сделать так, чтобы сработала сигнализация, и он быстро выбежит.
Нет. Такого варианта у меня нет. Так, тут еще одно окно, в котором ни черта не видно. Надо обойти дом, наверное. Все? Больше вариантов нет. Ладно, попытаемся зайти с другой стороны. Кажется, мне удалось пофиксить проблему с FPS. Но не знаю, надолго ли. Нет, она... FPS опять падает. К сожалению. Хэнк потерял сознание. Лейтенант Андерсон! Вот это нехорошо. Давай. Тихо. Ловко ты. Сумо. О, хороший песик. Видишь? Знаю твое имя. Пришел спасти хозяина. Хороший песик с плохой текстурой. Из-за того, что у меня низкие настройки графики. Наверное. Так, хорошо. Он перебухал просто. Вот и все. Осмотреть. Улики. Шотландские виски. Я надеюсь, он не хотел себя пристрелить. Револьвер. Остался один патрон. Блин, русская рулетка. Ряды алкоголя. Легкая аритмия, травм не обнаружено. Лейтенант. Алкогольная кома. Разбудить. Это не кома, он просто забухал. Эй, очнитесь. Я Коннор. Хорошенько он так его... Помочь я подняться. Я приведу вас в трезвое состояние. Эй, ты! К сожалению, отвали, может быть неприятно. Сраный андроид! Пошел нахер отсюда! Приношу извинения, вы мне нужны. Я понимаю, что он не хочет приходить в трезвое заранее состояние. Благодарю за сотрудничество. Да вали ты нахер отсюда! Отвезти Хэнка в ванную. Пойдем. Спасибо. Спасибо. Все, я сейчас сблю. Да ради бога. Это же твоя квартира. Да отстань от меня уже, урод. Никуда я с тобой не пойду. Потянуть. Не выеживайся. Ты что затеял, да? О, нет, я не хочу купаться, спасибо. А тебя простите, никто и не лейтенант? Спрашивает. Нажать. Это ради вашего блага. Покрутить кран. Выключай! Выключай! Я надеюсь, это был не кипяток. Ты тут откуда взялся? О, 43 минуты назад сообщили. Проснулся. Я не нашел вас по барам и решил поискать дома. Господи, я, наверное, единственный коп в мире, на которого напал в собственном доме собственный сраный андроид. Это не твой андроид. Он твой напарник. Плохое. Агрессивно, решение прагматично. Вы бы отказались от дела. Вам назначат замену, а я займусь своей задачей. А тебя ничего не парит, кроме твоей задачи, да? Вот что, лейтенант, вы не в себе. Вам нужно... Отвали, ясно? Катись отсюда нахрен!
Надо, короче, показать ему, что я человек. Подразнить. Подразнить. Я вас понял. Дело не особенно интересное. В секс-клубе в центре города убили клиента. Думаю, они там без нас разберутся. Хитрожопый ублюдок. Мне сейчас не помешает проветриться. Там в шкафу чистая одежда. Я принесу. Сейчас принесем одежду. Вот. Понимаете, в чем прикол этой игры? Да и не этой игры, а любого хорошего художественного произведения, будь это книга или фильм, всегда нужен контраст эмоций. Вы помните прошлую серию? Сколько тревоги там было, переживаний. Здесь же, наоборот, все разбавляется юмором. И это круто, это правильно. Что хотите надеть? Да похрен. Да похрен. Хиппи, полосатая, в разводах. Хиппи. Так вот, именно на таком контрасте ты начинаешь лучше чувствовать игру. Лучше сопереживать героям. И получаешь намного больше крутых эмоций. Да нормально все с ним. Чудесно. Ты бы сгинул на 5 минут. Слушаюсь. Дождаться Хэнка. Узнать больше о Хэнке. Хорошо, давайте попытаемся узнать о нем что-то интересненькое. Так. Тут как бы особо нечего изучать, только кровать. А, нет, это не кровать, это какой-то журнал. Опять же, для всех желающих листаю странички. Кто хочет, поставит на паузу и прочитает. Хорошо. Так, на кухне что тут у нас? На столе что-то есть? Так, посмотреть, что это за фотография. Это сын. Изучить. Погибший. Коул Андерсон. Дата смерти. Адрес проживания. Возможно, его когда-то убил андроид. Или андроид не защитил его. И именно из-за этого он и не любит роботов. Спросить, ничего не говорить. Я думаю, не стоит. Не волнуйся, Сумо. Я ненадолго. Классный жиропасик. Конечно, на этих настройках графики это такое себе, но все равно. Хорошо, идем дальше. Тут мы не так много открыли. Хотя... 80% просто не все изучили о нем. Кто теперь? Маркус? И ограбление доков? Похоже на то. Эта миссия, кстати, может быть достаточно сложной. И что теперь? Теперь ищем склад Киберлайф. Там будут запчасти, голубая кровь. За мной.
Так, побежала вперед. Даже нас не ждет. Ну ладно. Дерзкая девушка. Нельзя им показываться. Теперь что делать? Найду другой путь. Хорошо. Ну, по ней, кстати, сразу видно, что она работница секс-услуг. Хотя бы по размеру ее груди. Который, ну прям бросается в глаза по сравнению с той же Кэрой, например. Так, ладно, сюда. Маркус, не отставай. Киберлайф, хорошо. Это, в принципе, было и так понятно. Успел. Хорошо, бежим дальше. Так, я тут обойду лучше. Оп. Отлично. Как паркурить, Маркус еще не забыл. Это склады Киберлайф. Там все, что нам нужно. Сперва надо убрать дрон. Давайте я. И как ты это сделаешь? Рассчитать. Ну, так он не допрыгнет. Это, в принципе, понятно. Вас заметят. Хорошо. Другие варианты. Так, пусть будет этот. Оп. Слишком высоко. Так. Дальше куда? Вот так. И теперь на дрона слишком далеко. Какие еще варианты есть? Спрыгнуть на землю — это не вариант. Можно дождаться. Все, хорошо, просчитал. Так. Тут уже будет quick time event или нет? Нет, тут все равно пошло катсцены. Ай-яй-яй. Все равно, Саша, пустили уже quick time. Хорошо. Прицел? Да, да, порядок. Получилось. Неплохо, Маркус. Быстро открываем остальные ящики. Ему понравилась Норт. Ну что, достаточно симпатичная девушка. Почему бы и нет? Ну, делай что-то, Маркус. Не стой на месте. Бери. Упс.
Незаконное проникновение на частную территорию. Вы совершаете правонарушение второго класса. Я оповещу охрану. Джон! Вот чертов робот! Куда теперь делся? Так, надо что-то думать. Убить охрану, я не знаю, нет времени просчитывать. Что ты делаешь? Я же сказал! Я не знаю, наверное, не стоило было этого делать. Это, наверное, был самый худший вариант. Ищите голубую кровь, пока ее слишком мало. Из всех, которые были, но... Блин, ладно. Уже как есть. Что я должен сделать здесь? Посмотреть большой ящик. Хорошо. Открыть. Что здесь у нас? Море голубой крови? Нет, здесь андроиды. Почему же вы не как мы? Не хотите свободы? Закрыть ящик. Не надо их освобождать, я не вижу смысла. Мне кажется, это только лишние больше проблемы доставит. Спрыгнуть. И меня возьмите. Опа, проснулся. Он на их стороне, нельзя доверять ему. Он рисковал ради нас, нельзя его бросать. Чем он рисковал? Слишком опасно. Согласиться. Согласиться. Он идет с нами. Я знаю, где можно найти еще запчасти. В смысле? Норд это не нравится. Грузовики. В них биокомпоненты. Они на автопилоте, но если есть ключ, можно вести вручную. Где этот ключ? Вон там, в диспетчерской. Охрана 2 человека. Ключ нужно взять как-то незаметно. Это самоубийство. Мы набрали того, зачем сюда пришли. Надо убегать, пока не... Он помогает. Может это пойти. Полный грузовик деталей. На всех хватит. Нельзя упускать шанс. Если погибнем, не принесем ничего. Нельзя рисковать. Дрон. Мы не можем. Дрон. Взять ключ. Взять ключ. Ждите тут. Через 10 минут уходите без меня. Маркус. Я пойду с тобой. Нет, я пойду один. Нет никакого смысла рисковать обоим. По факту мог пойти вот тот новый чувак, которого мы только что взяли в команду. По причине, что как бы никто не знает, что он теперь тоже девиант. Так, найти ключ. Не открывай. Молодец. Быстро среагировал. Форточка. Так, и здесь еще что-то есть, да? Давай сюда проникнем. Тут, мне кажется, самый безопасный вариант. Хорошо. Теперь осторожненько. Задолбали уже эти собаки. Где сраный ключ? Блять, ключ у них прям возле них. Опять фронт идет. Да, я-то обещал детям с палатками выйти. Ага, размечтался. Майк, все в 4-й зоне? Похоже на то. Должен вот-вот вернуться. Да. Как я могу взять оттуда ключ? Надо подождать, пока они выйдут. В патруле
сейчас не весело. Что я здесь осматриваю? Пригрозить охранникам, есть пистолет, лежит. Хорошо. Взять пистолет. Есть еще варианты? Ладно, пусть будет так. Хорошо. Мне кажется, ничем хорошим это не кончится. Ай-яй-яй, не успел. Не успеваю, нихера не успеваю. Алта, не успел. Ах ты падла! Он взял ключ или нет? Нам туда, к забору. Девушке не понравилось. Это правда уже не третьего ранга. Я выезжаю ваши действия полиции. Всем не понравилось. Результат. Ну, извините. Что смог, то сделал. Слишком поздно. Если вернемся, нас тоже убьют. Это правда уже не третьего ранга. Я все же попытаюсь. Если что, всегда можно переиграть. Там еще один. Маркус! Хорошо, я выжил. Ну как ты? Что случилось? Норд за тобой вернулась. Мы успели сбежать до прихода людей. Ничего а себе. Где Джон? Он не выжил. Мы бросили рюкзаки. Почти ничего не добыли. Чтобы спасти всех, не хватит. Это очень плохо. Почему у него кровь стала красной? Я все же попытаюсь еще разок. Я хочу переиграть эту миссию. Мне не нравится, как она закончилась. Я хочу пройти ее еще раз. Но вопрос, почему у него кровь стала красной, меня мучает. Хорошо, я второй раз уже добрался до сцены с ограблением. И сейчас попытаюсь все это обыграть немного по-другому. Так, что с ним делать? Сейчас придет охрана. Незаконное проникновение на частную территорию. Вы совершаете правонарушение второго класса. Я оповещу охрану. Джон! Какие варианты тут есть? Надо быстро думать. Так, убить охрану. Убежать. Схватить и спрятаться. Лучшего варианта я не вижу, как убить охрану, к сожалению. Что ты делаешь? Я же сказал! Ну, я правда, я не нашел лучшего варианта. Джошу это не понравилось. Но это дало сбой для вот нового надо чувака. И уходить. Должен вот-вот вернуться. Да. И тут варианты есть. Тут я ничего не могу использовать. Вырубить электричество. Ага. Вызвать короткое замыкание.
Как это можно сделать? Кто тут есть? Отвертка. Хорошо. Замкнуть. Я думаю, этот вариант получше будет. Открыть. Черт, что не попасться на глаза. Правда, наверное. У меня тут фонарик был. Вот он. Правда, вон там. Да я ни хрена не знаю об электричестве. И электриком сюда точно не нанимался. Давай дернем рубильник. Не сработает, но вызовем кого-то. Так, хорошо. Ключик. Ну что за херня? Отлично. Походу кто-то залез. А ну выходи! Мы знаем, ты здесь! Давай, давай, давай. Вот сюда и можно сбежать. Так, надо поймать тайминг. Ну, давай, выходи. Я надеюсь, ты догадаешься как-то присесть, чтобы не спалиться. Ну ладно, я бегу, я не знаю, что еще я могу сделать. Хорошо. Получилось. Отлично. Класс. Все вышло. Супер. Открыть грузовик. Скорей, влезайте. А мне дадут поездить на машинке? Я бы хотел. Да, мне дадут покататься. Вот только я могу только газ нажимать, да? Да, похоже, я мог только зажимать газ и все. Охранники немного туповатые по факту. Отлично. Супер. Я думаю, лучше эту миссию нельзя было пройти. Грузовик. Мы добыли целый грузовик. Биокомпонентов хватит на всех. Без Маркуса бы не вышло. Да. Потому что Маркус не ленивый и прошел два раза. Я шел сюда, потому что тут андроиды свободны. Свободно жить во тьме, надеясь, что никто не найдет. Свободно тихо умирать в ожидании чуда, которое не наступит. Не надо такой свободы. Я не стану просить дозволения жить. Молодой Че Гевара. Поднять голову. Не знаю, как у вас, но у меня внутри есть уверенность, что я больше, чем просто машина. Я живой, и этого у меня не отнимут. Дни нашего рабства окончены. Люди не хотят слушать, а мы им скажем. А чего не дают, возьмем. Мы чувствуем, мы живые, и мы свободны. Главное, не перестарайся, Маркус. Я, кстати, понял, почему у него красная кровь. Это не его кровь, это кровь того человека, которого он убил. Но мне кажется, что сейчас надо немножко именно Маркусом притормозить и избегать какого-то насилия. Thank you.
Отлично. Скорее всего, это лучшая развязка, которая здесь могла быть. На этом на сегодня все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Если это видео вам понравилось, то не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и оставить положительный комментарий. Можно даже несколько. Всем пока и увидимся завтра.